Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. А в сегодняшнем видео у меня будет капелька полезной информации, и речь у нас пойдет о цепочке воздушных петель, а точнее, как ее связать так, чтобы она была ровная и не перекручивалась. Конечно, иногда перекручивание цепочки у нас предусмотрено схемой вязания для того, чтобы добиться каких-то узоров, рельефов, но иногда бывают такие случаи, что эта цепочка должна быть идеально ровной, без каких-либо перекручиваний. И как же там тогда ее связать? Нужно придерживаться следующих правил. Главное — вставлять крючок в нужном направлении. Смотрите, допустим, вы отвлеклись, цепочка очень большая у вас, да, вы ее связали в несколько этапов, и важно, чтобы вы ставили крючок именно так, как вязали эту цепочку. Смотрите, если мы затягиваем ее хоть так, хоть с другой стороны, визуально не отличишь, поэтому можно немного здесь ошибиться. Смотрите, если вести крючок неправильно, то эта цепочка начинает закручиваться. Вот видно место этого перекрута. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, как вы вводили крючок, можете вставить его чуть подальше и эти петельки распустить, и так крючок у вас будет уже вставлен в нужном направлении, и можете продолжать вязание. Иногда нам эту цепочку нужно замкнуть в круг, и никак не позволительно, чтобы она перекручивалась в этот момент. Чтобы нам добиться ровной цепочки, смотрите, что мы делаем. Мы провязали цепочку из нескольких воздушных петель, возвращаемся в ее начало. И вот так снизу цепочки вводим крючок в первую петлю. Возвращаемся к дальнейшему вязанию. Опять же, я ввожу крючок немного назад и распускаю связанные петли, чтобы крючок у меня был в нужном направлении. И продолжаю вязание дальше с первой петлей на крючке. Продолжаю набирать цепочку. Смотрите, и когда вы уже набрали нужное вам количество петель, мы эту петлю просто протягиваем через начальную, которая у нас уже висит на крючке. И так у нас получается идеально ровный круг, цепочка не закручена, и можно уже продолжать дальнейшее вязание. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну и я с вами прощаюсь, до встречи в следующих роликах. Пока-пока!